Доброе утро. Хотели панкейков? Я вам сейчас спеку. Для рецепта мне понадобится сахар, кленовый сироп, ваниль, мука тип 505, разрыхлитель, масло сливочное, масло топленое, 2 куриных яйца. Ну и взял я немного голубики. Это не голубика, а черника. Купи себе словарь и очки. Ну, вы сами все слышали. Я купил чернику. Ну и щепотка соли. Да, совсем забыл. Понадобится веточка розмарина. Вот так и знал, что что-нибудь да забуду. Meine Fresse. Как она называется-то по-русски? Дай бог памяти. Не прошло и полгода, вспомнил. Ну и понадобится пахта. Auf gut Deutsch, Buttermilch. Всем доброго утра. А вы меня спросите, а что же было до этого? А я готов был к этому вопросу. И я отвечу. У меня с апреля месяца повышают отчисления за электроэнергию. А я забыл достать пахту из холодильника. И вот, чтобы не разогревать мне в микроволновой печи, так сказать, не тратить драгоценную электроэнергию, пришлось встать только поэтому, чтобы научиться и поесть вкусные панкейки, не обязательно жить в Америке. Достаточно жить у меня в квартире. Ну или на крайний случай прийти ко мне в гости. Ну, слишком много текста, давайте уже приступим. Да, количество всех ингредиентов вы, как всегда, найдете у меня под видео. Значит, я отвесил муки тип 505, добавляю столовую ложечку разрыхлителя, 1/3 ванили, если она у вас есть. Если нету, то нету. И просеиваю. Мука готова. Теперь разделяю яйца на желтки и белки. Белки пока убираем в сторону. Желтки отправляем в чашку. Добавляем пахту. 2 столовые ложки сахара. Перемешиваю венчиком. Сахар полностью растворился. Я добавляю муку. Комочки мучные полностью растворились, и я отправляю тесто настояться буквально 15 минут. Чуть не забыл еще один ингредиент, но быстро растопил в микровелле, невзирая на высокие цены на электричество. Добавляю 2 ложки сливочного масла. После 10 минут настаивания теста я начну взбивать белки с щепоткой соли. Прошло 10 минут. Я добавляю щепотку соли в белки и взбиваю их ручным миксером. Готовность белков определить очень легко. Они остались в стакане. Да, касаемо белков, если вы делаете массу в 2 раза больше, чем у меня, то я настоятельно рекомендую разделить ее надвое и белки тоже взбивать по отдельности, то есть порционно. По 2 белка и вводить по 2 белка. Иначе масса просто-напросто будет оседать. Тогда смысл забивать белки. Пока сковорода у меня нагревается, я введу белки. Вот такими вот круговыми движениями. Потихонечку. Нам нужно, чтобы тесто сохранило свою пышность. Так, ну вот, белки поженились с тестом. Масса стала однородной. Ну и теперь я отправляюсь к плите, чтобы их выпекать. Сковорода моя нагрелась.
Температура, при которой я буду выпекать панкейки, примерно 150-160 градусов. Это на моей плите из 9 возможных на троечке. В горячую сковороду мы добавляем топленое масло. Немного. Что такое немного? Ну, это примерно вот столько. Ну, вы поняли. Эта помада гигиеническая. Добавляю немного топленого масла. Хорошо распределяю масло по поверхности. Пошел прекрасный аромат розмарина. Выпекать панкейки мы будем на сухой сковороде. Поэтому сковорода у вас должна быть с хорошим тефлоновым покрытием. И теперь протрем салфеточкой. Диаметр моей сковороды 28 сантиметров. И поэтому я буду выпекать на ней по 3 небольших панкейка. И добавляем сюда чернику. Молодец, запомнил. Попробуй тут не запомнить. Ну, черника это прямо монстр. Я ее разрезал надвое. Для готовых панкейков я выселил противень пекарской бумагой. И готовые панкейки я буду держать в духовке при температуре 80 градусов, чтобы они у меня все время были горячие. Панкейки у меня уже готовы с одной стороны. Я их переворачиваю. Так, ну вот панкейки готовы. И я отправляю их в духовку. Сковороду опять тщательно протираем. И выпекаем следующую партию. Одна из моих подписчиц, а может и не подписчиц, просто хороший человек, Оксана попросила, чтобы я изделия, которые выпекаю, показывал на камеру, как они выглядят, какая у них консистенция. Поэтому я с удовольствием исполню эту просьбу. Оксаночка, вот пока моя супруга спит и не видит, вот это для тебя. Вот так они выглядят внутри. Вот такая у них консистенция, очень мягкая. Ну, я надеюсь, я тебе угодил. По крайней мере, хотелось бы. И в духовку. Любит она у меня все горячее. Вот, обратите внимание, сейчас начинают образовываться пузырьки. Это говорит о том, что панкейки с одной стороны уже готовы. Ну вот, друзья, в общей сложности у меня получился 21 панкейк. Кому мало сладкого, тот может всегда добавить сахарной пудры. Есть три вещи, на которые можно смотреть вечно. Это на горящий огонь, на текущую воду и на кленовый сироп, который растекается по панкейку. А как же твоя любимая версия с паркующейся женщиной? Замолчи, не дай бог услышат. Ну что, готовы? А я-то как готов. Ну, что я скажу? Даст из фантастиш. Если вам понравилось это видео, оставляйте ваши комментарии на моем канале. Делитесь этим видео с вашими друзьями. А я желаю вам всего самого доброго и до новых встреч.